Добрый день. Интернет-магазин iClone Netua, Дуэт Парадедова представляет следующий обзор. Телефон, новая марка Newman N2. Это китайского происхождения телефон, но характеристики превышают любой современный телефон. Сейчас мы детально рассмотрим не только телефон, но то, что идет в комплекте. Идет он в такой красивой коробочке с зеленым андроидом. В комплекте идет китайская инструкция, которая нам, в принципе, не пригодится. Выбрасываем ее, да. Идет переходничок, как компьютер, так и в подзарядное. Само подзарядное, правда, для не наших розеток. Ну, скоро будет наши, нормально. И переходничок. Также в комплекте идет специальная... А ну, Кошка, покажи. Не знаю, инструкция по вырезанию микро-сим-карты из обычной нашей сим-карты. Мне такое нужно будет. Наклеиваешь, вырезаешь, удобно, быстро. И не надо не ходить никуда, никого просить вырезать. Берешь и пользуешься. Это реальная экономия 10 гривен. Да. Теперь детальненько посмотрим наш телефон, как он выглядит. Вот он, красавец. Что сразу бросается в глаза, это экран. Экран 4,7 дюйма. Отличное качество. 10-пальцевый мультитач. 10-пальцевый. Да, то есть можно играть во все игры, которые будут интерактивны на двоих-трех человек. Ну, мы по чуть-чуть идем к тому, что скоро все-таки появится и 20-пальцевый, и особая эксклюзивная модель 21-пальцевый для мужчин. Для мужчин, да. Также здесь стоит Gorilla Glass 2, прочное стекло. К сожалению, проверить мы так его не сможем, у нас с собой нет тяжелых предметов, чем можно я было. Я могу попробовать. Звук. Да. Ну, звук не пластмассовый, не скажу, что он стеклянный. Ну, довольно приятный. Стекло дорогой ручкой я никогда не бил. Да, но приятный. Довольно приятный. Размеры самого телефона у нас 137 на 71 на 10,5 миллиметров. 10,5 миллиметров. Да, это в принципе не самый толстый смартфон, но ему еще есть куда расти. Но с его аккумулятором, я думаю, такая погрешность нам не страшна, так как аккумулятор в этом телефоне 2500 миллиампер. 2500 миллиампер. Это весомый аргумент, чтобы приобрести этот смартфон. Камера 13 мегапикселей. Это огромный плюс для смартфона. На моем стоит 8, на моем смартфоне. У моего коллеги HTC One S. Да, стоит 8 мегапикселей. Да. Но снимки, скажу вам так, уверенно на уровне и даже лучше. Так как 13 мегапикселей все-таки стоит. Сейчас попробуем снять мою дорогую ручку. Так, что мы видим? Мы видим фокусировка, съемка. Результат на фоне нашего интернет-магазина iClone Netua мы видим ручка. В общем, качественная картинка получилась, сочная, да. Удачная. Так, о чем еще мы хотели рассказать? Значит, сейчас из коробки стоит Android 4.0, но в будущем обещали обновить до 4.1.1. Или 4.1.2. Также в этом телефоне стоит очень мощный процессор. 4 ядра, каждое ядро 1,4 ГГц. 4 ядра. Стоит 1 ГБ оперативной памяти. 1 ГБ. И 8 ГБ встроенной памяти. Также сюда подходит флеш-накопитель размером до 32 ГБ. Ты пока говорил, я включил тест Antutu. И что мы видим? Мы видим сумасшедшую для меня лично цифру, это 13334. Это просто шикарный результат. На фоне чего можно его сравнить? Тут у нас есть график. Это Google Nexus 7. Мы опередили Google Nexus 7. Не догнали чуть-чуть HTC One X, но я вам так скажу, что это результат отменный. Просто отменный результат. Я повторю вам еще эту циферку, 13334. Для кого это тест? Также хочу вам рассказать одну маленькую деталь об этом телефоне, что за 3 первые поставки 70 тысяч штук этого смартфона 70 тысяч штук были раскуплены за общее время 10 минут. 10 минут. То есть телефон стоит своих денег, за такую скорость никто еще не раскупал, разве что айфоны, но...
Так, теперь кратко посмотрим его внешние данные. Клавиша вызова камеры – это редкость для смартфона. Давайте я вам даже продемонстрирую работу этой клавиши. Насколько видно, я нажимаю на клавишу, запускается камера. Видно наш супер фотоаппарат, видно супер дорогую ручку, саму коробочку. Мы делаем снимок. Нет, это не было видно, но это ладно. Вот он, снимок. Так, еще мы видим клавишу блокировки. Также она работает как включение-выключение смартфона. Клавиша громкости увеличения-уменьшения. С этой стороны, с левой, мы видим углубление, прорезь для снятия отсека, отсека задней крышки. Гнездо зарядки и подсоединения к компьютеру. Сверху мы видим гнездо, разъем джек 3,5 мм стандартный. Нижняя часть глухая. Открываем отсек. Сейчас Максим продемонстрирует возможности этой крышки. Крышечка очень гибкая, то бишь вы не будете бояться ни уронить, ни сломать эту крышечку. Это, я думаю, считаю главным плюс. И несмотря на то, что она мягкая, она крепится на целых 12 защелочек, не будет никаких люфтов. Сейчас нам Михаил продемонстрирует, как она будет плотненько закрываться. Да, с удовольствием. И не будете бояться, что попадет пыль в эту щель. Все, отлично. Не отскочит при падении. Качество сборки отменное. Ну, давай, наверное, подытожим то, что мы все рассказали перед этим. Итоги. Итоги – это плюс аккумулятор 2500 мА. Экран 4,7 дюйма, разрешение HD 1280 на 720 точек. Оперативная память. Оперативная память 1 гигабайт. 1 гигабайт, да. Ну и Gorilla Glass 2 класса. Это супер качество и надежность вашего смартфона.